сегодня встречаюсь со вторыми своими подружками. И сейчас буду ехать к ним. Уже на месте, и знаете что, мы же вам не показывали, что мы все-таки подарили нашим подписчикам. А вот моя подруга, наш подписчик, я вам сейчас покажу. Завтра день рождения, вот, и мне уже сегодня дарят подарки. Это булочка с корицей, с... Саш, подсказывай. С чем это? С мускатным орехом, имбирем. Имбирем, и полита она поливкой из сливочного сыра. Я уже дома, и я не успела заснять, но я быстренько-быстренько после девочек поехала к косметологу, а потом я поехала домой. Теперь я дома, с красивой кожей. Ну ладно, еще не очень красивой, но скоро она будет красивой. И, в общем, я сделала все свои дела. Пришла я в комнату, а у меня тут игрок опять играет. Постоянно играет. Ну что играешь хоть? Я играю в Last of Us. Последний из нас. Mm-hmm. Вот, очень клевая игра. Вот, в жанре survival. Выживание. Но я не целый день играю, не ври. Потому что я ж вообще как бы не с Киева. И у меня те друзья, которые были в Киеве, они сейчас в Польше. Вот. А я вообще с Николаева, и у меня там друзья в Николаеве. Я ж не поеду в Николаев друзей видеть, пока ты здесь, в Киеве. Да. Вот, поэтому у меня сегодня целый день нефиг было делать. Я читал, спал и играл. Да. Реально нужно думать, как обойти соперника, как обхитрить. Сейчас я его подловлю, смотрите. Оп, подловил. Дима, какая жестокая игра. Так они бандиты, блин. И сюжет, и графика вообще, все очень супер. Тем, кто играет, очень советую. Называется «Последний из нас». На английском это «Last of Us». Офигенно, она не только на PlayStation есть. Ой, блин, я не знаю, есть ли она на компьютере, честно, не знаю. На PlayStation точно есть. Ну да, мы это видим. Все, мы наигрались, Катя со мной играла, она рядышком стояла, сидела, переживала, да. Хотя бы я бы, наверное, не смогла поиграть. Да, я сейчас такие подозрительные, на шум любой реагируем. Да, и будем пытаться ложиться спать после таких игр. Спасибо, что посмотрели, и пока, до завтра. Всем до завтра.